Кубок мира впервые в Казани. Пока только виртуальный, но уже завтра здесь, на площади Тысячелетия, его можно будет увидеть вживую. Главный трофей Мундиаля представят певица Зара и женская футбольная команда «Кадета» из Агрыза. Именно они будут подавать мячи футболистам во время матча открытия чемпионата мира между Саудовской Аравией и Россией. Следующей точкой Кубка мира в столице республики станет Казань-Арена. На стадионе к нему прикоснутся волонтеры Мундиаля. Финал городского турнира «Кожаный мяч» на поле стадиона «Тасма». Именно его уже 18 мая посетит Кубок мира. Здесь же пройдет матч «Юнифайв» среди детей с особенностями развития. С удовольствием смотрел вживую. На нашем столетии нам больше такого не будет, он здесь не побывает никогда. И что, конечно, сборная России когда-нибудь еще не выиграет. А как себе его представляете? Мяч. Мяч. А хотели бы увидеть? Да. А почему? Ну, потому что такое событие крупное, масштабное. По телевизору видели, да. Но можно было бы, конечно, посмотреть. С удовольствием. А что, есть такая возможность? Такая возможность есть у всех. В пятницу и субботу трофей будет выставлен на площади Тысячелетия. Бесплатные фотографии и интерактивная зона на радость болельщикам. Кубок мира уже на пороге. Слават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.